Новый Касторез. В апреле этого года стало известно, что немецкая армия откажется от пулемета MG3 в пользу MG5. Разработкой обеих моделей занималась компания Heckler & Koch. Родословная MG3 восходит к легендарному MG-42 времен Второй мировой войны. Советские фронтовики и западные союзники называли это оружие «Касторез» или «Пила Гитлера». Что касаемо MG5, пулемет представлен в калибре 7,62 на 51 мм и по своему виду напоминает еще одну известную модель – MG4, которую Бундесвер закупает с 2005 года. Аналогично предшественникам, MG5 оснащен ленточным питанием и скорострельность до 800 выстрелов в минуту, которую можно несколько уменьшить благодаря наличию селектора. Масса пулемета с аксессуарами может достигать 13 кг. FN Evalis. А здесь у нас новый бельгийский пулемет от компании FN Herstal, который по плану должен занять место Mini-Me. Со слов создателей, Evalis — это радикально новое сверхлегкое оружие, которое сочетает возможности стрельбы из пулемета с ленточным питанием, с эргономикой и балансом, аналогичными автоматической винтовке. Модель представлена в калибрах 5,56 на 45 мм и 7,62 на 51 мм.